За организацию подпольного казино жительницы Камчатки предстанут перед судом. Около 2 лет увеселительные заведения принимали гостей в краевой столице. Незаконные игорные клубы принесли 5 женщинам преступный доход почти в 14 миллионов рублей. Следствием установлено, что в период с января 2022 года до момента пресечения незаконной деятельности женщины в возрасте от 22 лет до 41 года совместно с руководителем и иными членами организованной группы, достоверно зная, что проведение азартных игр запрещено действующим законодательством, осуществили организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, подключенного к сети интернет, в 3 нежилых помещениях краевой столицы. Гостям предлагали место за компьютерами, на которые были установлены азартные игры. В случае проигрыша деньги игроков уходили в доход заведения. Уголовные дела в отношении руководителей и других членов преступной группы ранее были направлены в суд. Теперь настало время и других фигурантов ответить перед законом.